Подтерли сразу все за собой, убрали все терочки, сюда поставили, кружку с лимоном отодвинули. Вон они как гоняются в сковородке, они просто летают, как космонавты. Все, жарим, короче, парим. Сейчас она поджарится, мы ее перевернем, и потом берем плитку чуть-чуть поменьше, там, температура. Температура будет чуть-чуть меньше. Вася, ты что здесь сидишь? Вон иди кушай, Васенька, Васенька. Васенька, ты мой страдатель. Ты страдаешь, милый мой. Ну вот, видите, оно быстро, 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 вот, видите, о, хоп, масло одни, короче, очень много беру, видите, веники получаются, офигенные тонкости, масла маловато, масла много надо лить, потому что это вам не кухры-мухры, берете масло, не жалеете, наливайте еще масло, чтобы в печи у нас ничего не погасло, вот так вот льете, много-много льете, потому что много набирается масла. Вот сейчас мы, вот сейчас, именно вот сейчас, мы можем убавить огонь обязательно. Мы его кнопочку нажимаем. Тут еще одну, подождите. Так, оп. И на шестерочку можно достаточно. И все, сейчас мы поджарим, ну, крышечку еще, чтобы оно пропарилось это внутри картошечки. Да! Мама, что папа писался от ноты, мы к нему пойдем. Сейчас я Сабрине позвоню. Если он вас сам заберет, то можно... Я болею, у меня лежачий режим, я не могу вас отвезти. Это магазин даже не иду. Сабрина дома? Сабрина ушла к подружке, звони Сабрине. Будем с ней вдвоем драники жрать. Это сломался. Вот они. Нет, у меня мясо есть, оно не закончилось. Что вы там пишете? Иринка обнищала, на диету села. У меня все есть, я детям отдельно пищу варю. Себе отдельно. Ну, если человек садится там пожрать поменьше, значит, что у меня есть? Все, все у меня есть. Вот, у меня все там есть, все. У меня все всегда везде. Чем больше холодильник, тем больше я ложу туда. Это свойски, бабушка угостила. Вот. Чего вы так за меня расстраиваетесь? Та мага принес сколько? Растопырку мы не смогли сделать. Тихо, я сказала сейчас. Я тут показываю. Видите, у меня тоже пол холодильника забито. Все у меня есть. Все. Все есть. И Борька есть там еще. Все есть. Не расстраивайтесь за меня, пожалуйста, девочки. Не пишите глупости. Вам бы так. Если вам надо, я могу вам послать. Я уже сколько посылок с колбасой перепосылала по всей России. А? Я не могу всем, но не обижайтесь. Я по мере своей возможности стараюсь помочь всем. Знать, как...